положении, но... Но никто не прыгнул. Да, как минимум прыгнул. Кто-то хочет испытать свои нервы, попадет в центр. Достаточно необычно и, в принципе, не понимаю. Молодежь, возможно, как бы понимает, но мы уже не молодежь. Я с удивлением увидела это сооружение и не понимаю, к чему оно сделано. Вот и все. Ну, вам, в общем, не нравится, да, то, что... Конечно, не нравится. А в чем смысл этого? Не знаю, я думал, какая-то антенна, что ли, наверное. А может, это произведение искусства какое-то? Но в сети ее называют инсталляцией. Как а, это все-таки инсталляция. Ага. Ну, значит, мы ловим силы добра. Ну, а в общем, вам нравится такое произведение искусства? Почему нет? Ну, вводит в заблуждение. На самом деле непонятно, что это. Ну, возникает масса вопросов. Как на меня, никакой смысловой нагрузки нет. То есть никаких ассоциаций нет. Похоже, что-то как сетка от мух на окна. Ну, любоваться вы этим не будете? Нет, однозначно.